Спортивную форму с маркой «Сделано в Северодвинске», оказывается, носят спортсмены от Калининграда до Владивостока. На ее пошиве специализируется семья Мещериных. В семейной фирме побывал мэр Михаил Гмырин. В 2010-м они начали производство благодаря субсидии из городского бюджета. Сейчас вот в Северодвинск одеваем по флорболу. Это вот детские формы. Вот. Здесь вот участвуют... Только флорбол, можно и футбол, наверное, да? Ну, мы футбол, кто обращается. Хоккейные майки. Да-да-да. Сейчас будем, у нас заказ «Водник». Спортивный и детский трикотаж с маркой «Сделано» в Северодвинске носят от Калининграда до Владивостока. Мещерины отправляют продукцию в Крым и Польшу. Как правило, это форма для скелетона и шорт-трека. Шьют как единичные экземпляры, так и партии из нескольких тысяч изделий. Сейчас нам обратились хоккеисты, клуб «Беломорец». Они будут шить сейчас буквально. Ну, «Беломорец» сейчас еще несколько команд. «Огонек» появился команда, поэтому там 8 команд сейчас только хоккейных появилось. Тем более детские команды появляются. Да, да, да. Вот, поэтому тут тоже объемы-то они будут. Начинали Мещерины в 2010-м, получили субсидию от администрации Северодвинска 200 тысяч рублей. Она и помогла освоить новый для города технологический процесс, работу с трикотажем и эластичными материалами. Закупили оборудование, первые ткани. Покупательская способность падает, потому что население очень закредитовано. Сейчас предприниматели планируют наращивать объемы, оптовиков ищут по всей стране. Мы участвуем в конкурсах, но пока только в выставочных. Мы выставляемся по всей стране. Как бы представляем свою продукцию, находим покупателей, находим оптовых покупателей. Как бы мэрия в этом, конечно, нам очень здорово помогает. Они компенсируют почти 70% затрат. Администрация Северодвинска помогает малому и среднему бизнесу также с подготовкой кадров, повышением квалификации работников. Деньги направляют на энергосбережение, сертификацию продукции. С 2010 года выделили более 18 миллионов рублей. Напомним, учитывая обращение предпринимательского сообщества, глава города решил не повышать в 2017 году коэффициент К2. Это позволит малому и среднему бизнесу развиваться. Анна Бибикова, Михаил Тараканов, Вестник Северодвинск.